Наркополицейские сообщают о задержании группы, торговавшей героином. За зельем жители Александровского района ездили в Московскую область, а затем продавали дозы своим проверенным покупателям. Поставками занимался лидер группы. К распространению он привлек двоих знакомых и свою гражданскую жену. Все четверо сидели на героине. По версии следствия, подозреваемый несколько раз в неделю ездил в Московскую область, привозил по 5, а то и 15 граммов наркотика. Затем вместе с подельниками они фасовали порошок на более мелкие дозы и продавали. Управление наркоконтроля возбудило уголовные дела в отношении всех членов преступной группы. Двое взяты под стражу, другие под подпиской о невыезде. Подозреваемый может грозить до 20 лет тюрьмы, в том числе и за содержание наркопритона.